Чем самое вкусное, то бишь эстафеты. Два заключительных вида на сегодня, два заключительных вида вообще этого чемпионата Европы по плаванию в Дебрецене на канале Евроспорт. Соответственно, две эстафеты, 4 по 100, комбинация и для начала пол слабый. Отправиться в бой, ну, слабый, конечно, в кавычках, потому что вот таким девушкам в плане физического развития может позавидовать любой среднестатистический мужчина. Ну да ладно, это все не серьезно, а серьезный бой сейчас будет разворачиваться на дорожках Дебрецена. В финале примут участие следующие сборные. По первой воде отправится воевать с остальными сборная Финляндии. Самая молодая команда в этом финале, средний возраст участниц здесь всего лишь 17 лет. Затем по второй воде отправится в бой сборная Исландии. Помимо них на третьей дорожке Швеция, на четвертой итальянки и главные фавориты этого финала. Но сборная Германии не сказала своего последнего слова. Они отправятся в бой по пятой воде. Испанки на шестой. Сборная Турции довольно неожиданно сюда попала, но попала даже не с худшим временем. Седьмая дорожка у них. Ну и замкнула восьмерку сильнейших команд Европы сборная Венгрии, местные любимицы, по восьмой воде. Ну вот сейчас представляют нам девушек из разных сборных. Рекорд чемпионатов Европы принадлежит сборной Германии. Был показан он в Роме в 2009 году. 3:55.79. Для сравнения, лучший результат в полуфинале у итальянок 4:04.99. То есть все те же 10 секунд, что мы наблюдаем и в других видах по сути. Мировой рекорд 3:52.19 у сборной Китая, там же в Роме, кстати, был показан в тот же день, что и рекорд Европы от немок. Ну и рекорд чемпионатов Европы — это сборная Британии на Вейнховене в 2008 году. Ну давайте девушек я представлю. Сборная Италии, в первую очередь, конечно же, Ариана Барбьери, Чара Боджиато, Ильяра Бьянчи и Алиса Мусау. Мусау, она, конечно же, самая сильная из всей сборной, и недаром ее ставят на четвертый этап. Она уже добивалась, опять же, очень и очень серьезных результатов. И на мировой арене она была на чемпионате мира третьей на дистанции 100 метров кролем. Ну и вот здесь, опять же, отправится в бой закрывать спины своих подруг по команде. Их главные конкурентки — это сборная Германии, Дженни Менсик, Сара Пойе, Александра Венк и Брита Штефан, великая и ужасная. Ну, здесь самые опытные спортсменки, самые титулованные — это Менсик и, конечно же, Штефан. И, в общем, логично, что они открывают и закрывают эту эстафету. Испанки попробуют себя показать. Здесь непонятно, чего от этой команды ждать. Но вот новое поколение испанских спортсменок показывает себя с наилучшей стороны вообще в последнее время в плавательном мире. В итоге же молодой состав здесь подобрался у испанок. Очень неоднозначный, но ждем от них также высокого результата. Итак, 4-я, 5-я, 6-я вода фаворитки, но смотрим и на остальных. Соответственно, еще раз. Финляндия, Исландия, Швеция, Италия, Германия, Испания, Турция и Венгрия. Ну и сразу на этапе плавания на спине вырываются вперед именно по шестой воде испанки. Но вот здесь
дорабатывает итальянка Ариана Барбьери. Ну, старается не отпускать немку. И в итоге, кстати, даже, по-моему, коснется бортика первой. Так и есть. Итальянки первые, немки вторые, испанки третьи. Все в полусекунде, соответственно. И вот за резвое начало уже поплатилась неопытная испанка Мерседес Перес Минье. В итоге вдвоем теперь борется за первое место сборная Италии и сборная Германии. Соответственно, Ариана Барбьери и Дженни Менсинг идут ноздря в ноздрю. И все-таки немка, по-моему. Да, немка вышла вперед на последних 10 метрах. Передала эстафету первой. Это психологически очень важный момент. Задавить своих соперниц и не дать им акклиматься. По большому счету, второй этап — этап браса. У итальянок Чиара Боггиатто ушла на дистанцию. Сара Пойе в составе Германии. Ну и Концепсион Бадило Диас у сборной Испании. Испанок, кстати, настигают уже со всех сторон. И шведки, и венгерки там подтягиваются. Но пока на третьей позиции держится сборная Испании. Впереди без изменений, но на втором полтиннике представительница сборной Италии подтягивается к немке. Чуть-чуть, но выбирает сейчас. Хотя по-прежнему корпус между двумя сборными. И, кстати, фирменная работа, видимо, сборной Германии. Это очень сильно пройденные последние 25 метров, как и ее напарница по команде. Последние 25 очень мощно проходит Сара Пойе. Дальше у сборной Германии Александра Венк ушла на дистанцию. Сборная Италии приняла эстафету Иларио Бианчи. Ну и испанки отправили в бой Джудит Игнасио Сорибес. Соответственно, этап батом, ну или дельфином, кому как угодно. И вот здесь, кстати, подтягиваются итальянки очень серьезно. Опять-таки за первый полтинник почти полсекунды отыграла итальянка сейчас. И на третьей позиции уже сборная Исландии очень неожиданно по второй воде. Но у них приняла старт призерка этого чемпионата Европы, бронзовая призерка Храфан Хилдур Люферсдоттер. И она пока выводит сборную Исландии на третье место. Но вот, похоже, сдает она шведке эту третью позицию. Германия по-прежнему первая. В секунде позади итальянки. Шведки, похоже, будут третьими. Так и есть. Последний этап. И Брита Штефан не привыкла отдавать вот такого преимущества. И вряд ли она его отдаст сейчас. Знаменитая титулованная немка против Алисы Мицау. Молодой, перспективный и талантливый спортсменки, но который еще учиться и расти до самых высоких образцов мирового плавания. Да, Штефан наращивает за первый полтинник, еще почти секунду привезла своим соперницам из сборной Италии. Таким образом, отмечаем, что побеждает сборная Германии на этой дистанции. 4 по 100 комбинация. Соответственно, на два шага вперед они выходят по сравнению с тем, что было 2 года назад. Более того, сборная Германии устанавливает рекорд чемпионатов Европы. 3:58.43. Великолепный результат. Именно для последнего дня чемпионата Европы такие соревнования и такие результаты нужны. Отлично отработали немки. Брита Штефан просто умничка. Именно она во многом вывела немок на этот результат. Потому что, видели мы, перед последним полтинником уступали они графику рекорда чемпионатов именно. Порядка там 0,3. Все-таки Брита Штефан отыграла это отставание виртуальное. На второй позиции итальянки. Они тоже молодцы, из 4 минут выйти не сумели, но они 2 года назад вообще не были на пьедестале почетов. Ну и сборная Швеции делает шаг назад по сравнению с тем, что было в Будапеште в 2010 году. Терес Свенсен, Жолин Хостром, Мартина Гледстрем и Натали Лёндберг завоевывают бронзу. Впереди у нас точно такая же эстафета, но у мужчин. Возвращаемся мы, как это ни грустно, на последний заплыв этого чемпионата.